Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает художник, мастер живописи и графики Борис Георгий Габараев. Он увлекся искусством с малых лет. Любовь к живописи привела его в Цхинвальское художественное училище имени Туганова. Успешно окончил Тбилисскую государственную академию художеств, факультет графики. Принимал участие в выставках и конкурсах разного уровня. Произведения мастера кисти пронизаны любовью к родине, восхищением красотой природы родного края. А еще Борис Георгий иллюстрирует книги. Его работы можно увидеть в музеях Южной и Северной на Осетии и в Москве. Борис Габараев имеет ряд государственных наград, грамоты, ордена, медали. В выставочном зале Юго-Осетинского государственного университета в Цхинвале открыта персональная выставка художникам, посвященная 32-й годовщине провозглашения Республики Южная Осетия и его 70-летию. В экспозицию «Цвети, Осетия моя» вошли более 120 полотен в живописном и графическом стиле.